Всем привет! Сегодня покажу, что заказала на Simaland и Wildberries. Все к подарку на 8 марта. Это видео, скорее всего, выйдет уже 8 марта, либо после 8 марта. Так что сегодня просто покажу такую небольшую распаковку и как я буду упаковывать подарки. Значит, начну. Давайте, наверное, с Wildberries. На Wildberries заказала вот такой вот чай с облепихой. Пахнет облепихой, прям очень вкусно пахнет. И вот такой вот чай заказала. Банка стеклянная, знаете, на видео как бы она смотрится не такая большая, как на самом деле. Хорошая такая стеклянная банка с такой вот пробкой, тоже очень на подарок вообще классно. И дальше у нас Simaland. Заказала вот такую коробку. Это, знаете, они приходят в разобранном виде и собираете их уже сами. В общем, такая вот коробочка. Это не для подарка, это вообще я заказала для того, чтобы складывать такие памятные вещи. У Максима, у Вики у меня есть коробочка «Мамины сокровища», я заказывала. А Максим я не стала заказывать, просто думаю, возьму такую красивую коробку и все. Потом, кстати, может, покажу Викину коробочку и Максимкину, когда буду складывать. И вот такие две коробки. Одну я собрала, а одна лежит разобранная также. Это я буду упаковывать, в общем, сюда подарки. Вместе с вами потом будем все упаковывать. И начнем с самих тоже подарков. Так. Подождите, это я повторила заказ с заглушками для розеток. Я уже такие заказывала, еще заказала на второй этаж. Дальше кондиционер для воды от водорослей. Ну, если честно, он работает не особо. Есть еще другой кондиционер, он подороже и прям хорошо убирает, но был только такой. Пока возьму такой. Но мне он, если честно, не очень. Дальше у нас такая настольная игра. Это для племяшки. Три кота она любит. Заказала такую вот настольную игру. У нас есть у Вики типа такой же, то есть, ну, с алфавитом тоже, только Маша и Медведь. Это вот три кота. Будут играть с мамой, с папой и буковки изучать. Так, дальше у нас идут две вот такие шоколадки. Я, знаете, я не всех с людей, я, ну, не буду, наверное, все-таки их открывать. В общем, такая шоколадка здесь с такой вот кисточкой. Это, наверное, знаете, как, ну, наверное, типа шоколадка в кошельке. Ну, так вообще очень красиво. Цвет немножко другой передается, он такой прям насыщеннее. Дальше вот такая вот шоколадочка. Здесь просто такое вот оформление. Это мыло-шоколад. Тоже. Ну, прикольно для подарка. Необычно. Дальше у нас для бабушек. Это клубничный мед. Такой вот. Две баночки заказала для бабушек. Это, ну, тоже так, чисто сувенир, такой весенняя подвеска будет. Это я либо для декора упаковки буду использовать, либо просто положу в коробочке. Еще посмотрим. Так, это у нас такие две соли для ванны. В виде шампанского. Баночка вообще небольшая она. Вот, получается, вот рука. И это, значит, с ванилью и с лавандой. Такая соль для ванны. И вот такой вот чай. Тоже, ну, оригинальный. Мне понравилось. Прям. Тут написано «Расцветай», по-моему. Там разные
Есть оформление бутылок тоже с чаем. Ну, мне вот это понравилось. Она такая более нежная. В общем, тут черный чай. Такой вот. Тоже очень красиво и необычно. И вот такой вот диффузор ароматический. Я хочу поставить его, может быть, в ванну. А может, и кому-нибудь подарю. Не знаю, посмотрю еще, разложу подарки. И будет видно, подарю или оставлю себе. Но вообще заказывала себе. Запах такой прикольный, свежий. Мне понравился. Такие у меня заказы по этот раз. Еще дополнение к подаркам девчонкам. Вот такие вот карамельки. Здесь типа пятицветик. Ну так, чупа-чупсы они любят, тоже как вроде чупа-чупс, но необычные такие вот. Два леденца. И также два вот таких леденца. Ну тоже, знаете, так чисто, чтобы было красиво. Ну и необычно, прикольно, не знаю. В общем, два таких вот леденца. А это подарки для Вики. Она у меня просила, знаете, вообще Барби. Но на Wildberries она пришла вообще бракованная, в разодранной коробке, с разгрызенным носом. В общем, заказала такую ей картину из песка делать. Она мне тоже ее просила, и ей нравится такие делать. Нам, кстати, дарили тоже такая же фреска, только из маленьких пенопластовых шариков. Девчонки, вообще не берите никогда ее. Это просто кошмар. У меня эти пенопластовые шарики, они были по всему дому. С песком намного лучше. Вообще классные. Дальше взяла 4D книжки. О чем думают животные. Мне вообще они понравились. Вот на день рождения нам подарили. Я решила еще взять. Значит, такую. Такую тоже. Будут смотреть. Дальше Корней Чуковский, мой додер. Ну, это и Максиму, и Вике. Это мой додер, обычная просто книжка. Получается, типа как. Ну, так просто. Дальше 4D. Три медведя. Мне, знаете, прям самой не терпится даже посмотреть. Потому что, блин, классно там как бы все герои как ходят. Все видно. Вот такая вот. Волк, семеро козлят. Ой, они стоят недорого. Вот сколько? 70 рублей. 70 рублей книжечки вот эти. Всем привет! Уже жду, когда уже быстрее закончатся эти холода и снять шапку. Мало того, что, блин, сейчас весь лоб будет в полоску, так еще и под шапкой, в общем, все волосы как облизанные. Мы, в общем, сходили с Викой, поздравили воспитательницу с 8 марта, сходили, забрали заказ Фаберлик. Конечно. Ты любитель камеры, что ли? И ты, конечно, да. Гематоген ел. Тише! Вообще под ноги. Смотри, куда идешь-то. Сегодня так сильно упал. Не знаю, такой треск. Ой, ему так нравится разговаривать. Ты с девочками, что ли, здороваешься, да? Помаши привет, привет. Помаши ручкой. Ручкой помаши. Значит, здесь подарки маме. Заказала тканевые маски. Они ей понравились. Я, по-моему, в прошлом году дарила несколько, по-моему, 3 что ли разных каких-то на 8 марта. И вот сейчас тоже решила взять. Но уже все, кроме маски с витамином С, ей она не понравилась, сказала. Значит, такая увлажняющая, укрепляющая, омолаживающая, восстанавливающая и выравнивающая. В общем, 5 таких масочек. Дальше у нас жидкая подводка.
Жидкая подводка мне вообще очень нравится. Я ее заказываю вообще каждый раз себе. Она не отпечатывается, никуда не впитывается вообще, не пропадает бесследно. Вообще классная подводка, мне нравится. И тушь. Тушь я такую не пробовала. Если кто-то такой пользовался, пишите, что такое. Да что ты, артикул никак не фокусируешь? Вот артикул, наконец-то поймала. В общем, это маме подарки. И здесь только что лежал пакет и пропал, его забрал уже Максимка. Себе заказала 2 пятновыводителя. Они были там, по-моему, по скидке, если не ошибаюсь, по 250 каждый, если берешь 2 упаковки. Вики зубную пасту заказала. Я до этого брала с кошечкой, по-моему, там, ну, в серии для девочки. Мне понравилось. Сейчас взяла Вики такую. Она мне только сладкими любит чистить зубы, другие вообще никак не воспринимает. И то, не дай бог, там мятное что-то будет, тоже чистить не будет. Такие влажные салфетки для экранов и мониторов. Ну, я уже заказывала их, но решила повторить. И вот такую новиночку взяла. Я такую салфетку еще не брала, не пробовала. В общем, взяла попробовать. Вообще, я ее хочу двери на втором этаже межкомнатные мыть. Буду пробовать, потом расскажу. Lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. When I'm with you, when I'm with you. Из моей упаковки подарков. Я, конечно, это в голове представляла по-другому, но получилось. Получилось, как получилось. Такие вот подарочки. Вернее, их упаковки. Аромадиффузор я все-таки решила подарить маме. Блин, ну, себе я еще успею заказать. И, наверное, закажу в следующий раз себе такой же. А этот все-таки подарю маме. Значит, дарю ей круглую разъемную форму, соль для ванны и аромадиффузор. Бабушкам подарим земляничный мед. Да, я говорила, что уже забыла. Земляничный, по-моему. Дальше. Сестре, мужу дарю такой черный чай, шоколадка и леденец. Маме мужа тоже чай. Кстати, я хочу себе тоже такой заказать, облепиховый. Чай, шоколадка тоже и такой вот леденец.
Такие вот подарки. Наступали солнце. Иду, как слепые. Go, go, go.